Lucky day, sunny way. Вот такая пробочка у нас. Навигатор говорит плюс полчаса, вот чисто здесь вот. Way, 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 step by step. Не трейлер, не видеоблоги, а какие-то замены колес. Вот только что обратил внимание, что трейлер как-то сильно низко едет. Смотрю, на датчике 16.20. Пошли проверять. Услышь, где-то вот здесь шипит. Нашел дырку. По всей видимости, был какой-то болт, и он вылетел. Едем на ближайший тракстап и качаем колесо, потому что у меня насоса с собой нету. Если зададут мне вопрос, почему я не поставил запаску. Ребят, да потому что запаски у меня нету. Это колесо спустило пару дней назад, это то же самое. Это я не переобулся. Почему не переобулся? Потому что я с полной уверенностью, что еще 6 часов ехать. Ой, 6. Еще 4 часа ехать, и мы будем в гараже. Добрался до пайлота. Колеса накачаны, мы выезжаем, едем дальше, нам осталось, по-моему, 4 часа ехать до гаража. Я надеюсь, приключений больше не будет, и увидимся уже в гараже. Спасибо. 6 hours later. Мы прибыли. Прибыли в наш гараж. Пойдем в офис. В офисе у меня есть какие-то дела, я поделаю. В принципе, потом все объясню, что я почему и так. На улице пошел снег. Одна из наших ласточек. То клиентская. Меня не было 2 недели. Так вот захламленный гараж. Сваркой пахнет, что-то варилось. Вот, что-то здесь делается. Ой май гаш. Ребята. Просто я показываю, что здесь происходит во время моего отсутствия. Да, то есть вот так вот инструменты лежат. Дверь открылась. Все, Никитенко-то меньше. То есть чуть-чуть меньше пространства. The next day. Проснулся, утро тяжелое было, сейчас вот на своей малышке. Приехали на заправку, это утро. Что делаем? Заправляемся, забираем пикап на доставку, делаем доставку, возвращаемся обратно в гараж. И все, и день закончился. Вот такое наше утро. Остались мы с деньгами, зато и попрощались с долгами. Бога, футболки Микки. Хочу быстренько показать процесс замены колес. Так, прибыли мы на Манхейм. Где вам что-то показать? Гейтпас. Давай вот попробуем вот тут. Вот, чик попал. Манхейм. Где-нибудь найду еще большой баннер, буду показывать, что это Манхейм. Печатаем гейтпасы. Специальную бумагу, с которой нас потом выпустят из этого парка, паркинга. 153-77-1-2. Search. You see? В машине стоит специальный GPS-трекер, который показывает местоположение. Ты идешь и просто забираешь. Манхейм огромнейший. Я не знаю, это надо попросить у каких-то ребят дрон. Я не уверен, что здесь можно запускать дрон. Но территория огроменная. Ребят, делайте работу правильно, то есть не отвлекайтесь на разные факторы. Прошел мимо.
теперь возвращаюсь. Я говорю, территория огроменная. Не знаю, что-то я упустил по этим знакам. Ну, сейчас найдем нашу ту самую. Это у нас Мерседес 99-го года. Все будет. Все буду добры. А, спрятался. Спрятался наш Мерседес. Вот он, вот такой вот. Нашли. Нашли нашу ласточку. Смотрим сразу же, да? Бампер поцарапанный. Хоть это и Манхейм. Машина, скажем так, не была в аварии. Так, это купешка, кстати. Не конвертайбл. Я где-то видел, что это должен быть кабриолет. А возможно... Ага, вот, видишь, это жесткая сцепка. Я бы так ее назвал, то есть это не автоматический конвертабл, снимается просто так. Тоже бампер передний поцарапанный, немножко подржавел. Ну, слушай, за Mercedes 99-й год я бы все-таки тоже взялся для себя, для какой-то души отдушины. Давай посмотрим, заводится. Ой, пищит. Сейчас, быстрее, быстрее. Ребят, мы не успеем обезвредить эту машину. Что происходит? Кстати, ключ не поворачивается. Мы завелись. Фу, ты что? А если бы не успели? Просто такой бум! Никого не стало. И меня в том числе. Я думаю, вам бы было скучно без меня. Так, вот грузятся открытые троечки. Парниша, я бы сказал, профессионал. Найду наш Mercedes CLK 500 серого цвета, grey color, Манхейма. Я могу подойти к абсолютно любой машине. Открыл. Ключи есть. Завел. По факту я могу и поехать. Но, честно, ребят, я такого не делаю. Почему? Потому что... Ну, у них в программе записано, что эта машина находится тут-то, тут-то. Я знаю очень много перевозчиков, которые, выразимся, козлы, заходят на входе в Манхейм, ну, я уже иду минут 5, да? То есть, есть люди, которые заходят, садятся в первую попавшуюся, едут куда-нибудь. Не во всех Манхеймах есть вот такие вот датчики, при помощи которых можно найти свою машину по карте. Есть сугубо инструкция, да? Иди в ряд 414. И есть такие люди, которые, да, вот 414 эту машину взяли, бросили лишь бы где, и потом приходят другие перевозчики, и такие, машины нету. Начинаются поиски, зовешь security, тратишь время. Знаю случаи, когда ребята не находили свои машины. Ну, грубо говоря, отказывались от заказов, потому что там час-два тратишь времени на пикап, на поиск этого пикапа. Пожалуйста, перевозчики, не берите машины. Работайте согласно правилам и законам. Очень рад, потому что в Америке очень много добрых людей. Вот этот человек, да, это его работа, но ты знаешь, мог отморозиться, могло его здесь не быть. Спасибо ему за то, что он завел мне вот эту шмалибу и Мерседес, который мы забираем. По факту он еще, как видите, заводит вот Форд, что стоит спереди. То есть мне нужно убрать эти две машины отсюда, чтобы уехать моим Мерседесом. У нас уже идет заведенный. Это отличная машина, отличный Мерседес, кабриолет, конвертейбл. Что можно сказать, SLK 500. Ребят, если бы вам он достался дешево, я думаю, вы бы радовались. Оу, следующая проблема. Ага. Просто эта штука разломана. Окей. Лишник снял. А, колесо. Проблема с колесом. То есть сейчас я его вытащил, уже лучше. Как я вижу, у них вот есть air pump, но без человека я этого трогать не буду, потому что я вижу, что насос нужно завести. Надо кого-то дождаться. Не знаю, долго ли мы будем ждать, но я не хочу, чтобы мне потом клиент сказал, ты приехал на спутничном колесе и что-то в этом роде. Будем кричать, ау, люди, может быть, кто-нибудь придет, помогайте, кричи, ау. People, guys, я не люблю кричать, но хочу подзадорить народ.
плохо работает. Я думал, что он сейчас будет припарковывать тот, на чем он на Одиссее был. Но он подойдет к своей машине, ему скажет: «Эй, бро, I need your assist». Надо было крикнуть: «Не уезжай». Я пошел к своей машине, припарковался ближе к его траку и такой: «Куда ты едешь, сука, блядь?» Но, может быть, маты вырежем. То есть я немножко не ожидал, поэтому поехали, ребят. Не знаю, клиент, прости меня, пожалуйста, клиент, но мое время денег стоит. Попалась нам по дороге девочка. Do you need some help? No? Реально замечательная девочка. Единственное, что татуировки на руках. Вот такой сервис оказывает Mannheim. Качает колеса. Just lucky, you know. Повезло, что я ехал очень медленно, что я не, извините, тупо там рылый, знаешь, такое слово. И совмести это просто и получится. Что ехал очень медленно, аккуратно, не спеша. И эта девочка ехала, я ее увидел, я помахал ей ручкой, она ко мне подлетела, дала мне воздух, ну точнее, вот сейчас в процессе. Я думаю, все будет отлично. Lucky day, sunny way. Let's go, guys. Thank you, have a nice day, God bless you. Вообще, все супер. Знаешь, что могу добавить? Вот уже из расчета того, что колесо было спущено, это говорит о том, что с ним что-то не так. И я рекомендую эту машину страпить на все 4 страпа. Один из этих страпов, я имею в виду именно то колесо, которое было спущено, скорее всего, спустит еще раз. И мне это доставит проблемы в трейлере. Поэтому сразу страпим на все 4 колеса. Короче, груз где? Люди ждут. Волыни ебать. Ну вот. Время нашего прощания. Так я не смог открыть эту крышу. Как на пикап-локации, так и здесь. Здесь еле-еле работает. Точнее, батарея мертвая. Вот у нас внутреннее состояние. Что еще вам добавить? Convertible top in op. I know. Прикольно. Продолжим. Сделал доставку, едем сейчас на вторую. Блин, так обидно, ребят. Я, знаешь, не все хочу снимать, не все хочу показывать. Обидно, я здесь уже второй раз. Первый раз приехал, я забыл ключи в офисе. И получилось следующее, что сегодня я приезжаю на доставку этой машины, а ключей с собой не взял. И пришлось возвращаться домой в офис. Благо, отсюда до офиса полчаса. Так что вот едем дальше. Вот мы его выгрузили. Человек забрал, довольный. Дилерка MCMJ. Что-то они все сразу стирают стикеры. Hey bro, I'm rich guy, do you see? I have new check. Так, общаемся с тенями. Why not? Ну вот она нам за мной преследует. Кого такой нету, пишите, обращайтесь. Я помогу найти вашу тень. Ваш след в этой жизни.